Друзья, привет, солнечная Италия. Наконец-то я добралась до этого садового центра, который недалеко от нас находится. Все лето мы мимо него ездили и никак не выбрали время, чтобы заехать наконец-то и посмотреть. Ну, с одной стороны, и хорошо, потому что вот сейчас такой ассортимент осенний здесь. Интересно было посмотреть именно на осенний ассортимент, потому что летний плюс-минус везде одинаковый, да? Вот, а на осенний как-то я никогда не попадала. Если на Тенерифе вот садовые центры, они все одинаковые, и там одним цветом круглый год, зимой и летом одним цветом все одинаковое, то здесь, конечно, ассортимент весенний, летний, осенний, он отличается. Вот, вот в частности, например, тем, что огромное количество изобилия цикламенов разных форм, размеров. Вот это самые маленькие, малюсенькие, прямо микроскопические, можно сказать. Вот они самые дешевые, они, по-моему, 2,50 стоят евро. А самые дорогие, самые крупные, огромные, стоят 7. Мы купили такой, ну, средний за 5 евро малинового цвета. Ну, Иларион настоял, ему захотелось. Я не знаю, у нас особо их ставить некуда. Хотя, в принципе, можно было на балконе бы заменить петуньи на анютки крупные, которые сейчас зимние, идут сорта именно, и на цикламены. Но не знаю, я пока не хочу их выбрасывать, петуньки, они у меня цветут еще вполне красиво. Вот. Но в садовом центре, видите, даже весенние цветут гиацинты, и очень много луковиц гиацинтов, можно прямо их купить и уже к Новому году вырастить себе цветочки. Красиво, красиво, конечно, я получила удовольствие, но хотела еще купить себе такую как бы бороду, ну, такая вот растение с мелкими листиками, которые вот как борода растут, но не нашла. Декабрист, видите, тоже смотрите, в каком пышном цвету сейчас, это рождественник, да? Вот такая у него цена. Ну, а у меня с ним тоже никак-то не получалось дружить, потому что он у меня все время сбрасывает бутоны. Не знаю, может, я как что-то неправильно с ним делаю. Видите, у них вроде как тоже все их трогают. Они говорят, что нельзя их трогать. Но вот я не думаю, что здесь их никто не трогает. Трогают, но тем не менее они цветут. А у меня почему-то не хотели. Вот выбросят бутоны и тут же их сбросят. Непонятно почему. Вот так же, как и цикламены, кстати. Вот почему я цикламены не хотела особо покупать, потому что вот, отцветет вот этот вот, то, что с магазина принесли, и все. И можно выбрасывать. Тоже не получается у меня с ними дружить. Из всех вот как бы таких цветущих растений, которые я когда-либо заводила у себя, у меня получается вот только пеларгонии и петуньи. Все остальные, даже вот фиалки, не хотят у меня цвести. И другие вот цветущие растения комнатные, они у меня начинают плестись. Вот такие побеги, длинные зеленые листья и ни одного цветочка. Вот, ну все, наверное, больше не буду болтать. Я в конце там покажу этот цикламенчик, который мы купили. Вот, а так просто насладитесь, погуляйте вместе со мной по этому садовому центру, посмотрите растения, посмотрите цены там, где я их снимала. Вот, ну, садовый центр небольшой, ну, достаточно такой, не слишком разнообразный. Вот тот, который мы весной, где я покупала пеларгонии, он был более такой насыщенный разнообразием. Этот такой попроще, но зато рядом с нами. Хотела еще в цветочном магазине снять. Цветочный магазин тоже рядом с парикмахерской, куда я хожу. Но он почему-то уже какое-то время закрыт. Долгое время закрыт. Может быть, тоже работники не хотят делать укол. Не знаю. Но, в общем, магазин закрыт. Летом работал все время. А сейчас вот уже несколько недель я вижу, он все время закрыт. Ну окей, наслаждайтесь красотой. Пока-пока, до новых встреч.